Одной из самых масштабных акций 2015 года, года литературы в России, стал литературный марафон. Роман Толстого «Война и мир» с 8 по 11 декабря в течение 60 часов прочитали люди во всей стране. Более 1300 человек всех возрастов и разных профессий приняли участие в чтении. Среди них были актеры, режиссеры, теле- и радиоведущие, спортсмены, ученые, государственные деятели и политики. Невольно события общие группируются около одного какого-нибудь частного случая. Так теперь главная радость придворных заключалась столько же в том, что мы победили, сколько и в том, что известие об этой победе пришлось именно в день рождения государя. По задумкам авторов проекта, такое чтение могло вызвать новый всплеск интереса к русской истории, к русской литературе и непосредственно к роману Толстого. Однако, как показывает практика, такого эффекта не произошло. Скорее наоборот. Президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, к примеру, высказала точку зрения, согласно которой изучать «Войну и мир» в школе нецелесообразно, и было бы лучше убрать произведение из школьной программы. Однако общественность совсем не согласна с чиновницей. Ну, на мой взгляд, неправильно это решение. То есть, ну, мне кажется, каждый образованный человек должен как минимум знать, читать и даже немножко любить это произведение. Такое знаковое произведение, что каждый должны и дети знать о нем. Все это нужно знать, почему вообще уже до такой степени школьников сделали программу, что они вообще ничего не изучают, можно сказать, такого. Я считаю, что нужно знать «Войну и мир» и в обязательной программе оставить. Это основополагающее литературное произведение, на котором училось много поколений, и каждое поколение из этого произведения выносили свои какие-то выводы. Выводы и молодежь, и зрелое поколение. Это очень важно, и я считаю, что это неправильно. Да, нам в школе не давали в полном объеме это произведение. Нам так-так нужно было отрывками читать, но мы читали. Я, честно, читала как бы полностью, но какие-то неинтересные моменты, связанные с войной. И как девочка, мне хотелось больше про любовь там почитать. Я немного перелистывала, но потом уже во взрослом возрасте читаю, то есть я перечитывала все от корки до корки. Это проходит в 11 классах, в 10-11. Возраст детей уже свыше 15 лет, уже почти к 18 годам, я думаю. Люди осознают уже в этот момент и соображают уже. Конечно, читали и в школе, и подробно изучали, и отрывки учили наизусть. И до сих пор вот и дети учатся наши, и мы очень рады, что еще есть это. Ну, мне кажется, есть у нас православные уроки, и на них нужно изучать. То есть подобные, то есть, соответственно, можно не только Библию, то есть и остальные, то есть Коран, там, Ветхий Завет, пожалуйста. Но это уже должно быть, не касаться литературы. Библия – это отдельный предмет. Нельзя назвать произведением, но тем не менее это нужно изучать по желанию. Отдельные какие-то факультативы. Или если детей уже ведут в воскресные школы. То есть здесь нельзя выбирать. Смешивать. Да, смешивать, я думаю, не стоит. «Война и мир» – это роман-эпопея, охватывающий жизнь всех социальных групп России и показывающий нацию в переломный момент истории.